Всем привет, друзья! Сегодня к нам в работу приехала вот такая насосная станция Керхер. Очередное немецкое... Не будем говорить этого слова. А почему мы его так называем? Ну, потому что Керхер, страна производства Китай, этим все сказано. Дальше что мы видим? Параметры у нас от 0,17, то есть это 1,7 бар, до 2,8 бар. А что мы видим на баке? На баке мы видим 1,8, 2 бар, это необходимое давление. Но всегда говорю вам о том, что давление в баке должно быть на 0,2 единицы ниже стартового. Стартовое 1,7, значит здесь у нас должно быть 1,5. Вот вам первое, почему мы его так называем. Второе, это запчасти, которые на него стоят очень-очень дорого. Ну, по крайней мере, на Керхер. Кто сталкивался, тот знает. Ну, а проблема в том, что он у нас не всегда запускается, гудит, не запускается. Будем смотреть, проверять, тестировать. Все покажу. Да, кстати, такие винты трехлепестковые только у китайцев есть. Никто другой такие не делает. Вот такие соединения типа фум-лента использовать нельзя. Да и обратный клапан тут в критическом состоянии, да еще и не держит. Пластиковый. Пластиковый ниппель, тоже так себе решение. Тут видны подтеки на ниппеле, говорит о том, что он плохо держит в комплекте с резинкой. Поэтому будем ставить латунные ниппеля и заматывать на лен. Так, запустили насос. И проверяем его напряжение под нагрузочкой. Под нагрузочкой у него 2,1, почти 2,2 ампера. Согласно таблице, 2 ампера, это у нас 440-500 ватт максимум. А на двигателе у нас заявлено 800 ватт. Вот смотрите, 800 ватт двигатель. Не выдает он своей мощности. Жалоба была на то, что насос не запускается. Проверяем частным включением. Насос в данный момент находится под давлением. Включается без проблем. И также сейчас проверим его на полностью спущенном давлении. Проблем с включением не вижу на данный момент, но сейчас проверим еще пусковой конденсатор. Как всегда, китайцы нас радуют трехлепестковыми винтами, но на этот случай у нас есть необходимые отверточки. Сейчас будем добираться до конденсатора. Без такой отвертки даже не пытайтесь, просто собьете грани и все испортите. Вскрыли коробочку и видим, что здесь находится только конденсатор. Но заказчик был уверен, что ему продали насосную станцию, которая укомплектована защитой от сухого хода. Как мы видим, здесь имеется только реле давления механическое и пусковой конденсатор. Никаких дополнительных защит здесь нет. Либо вас обманули, либо вы неправильно поняли. Емкость конденсатора указана 15 микрофарад. Подключаем к прибору и проверяем. Прибор нам выдает 14,7. Допустимые значения. Насос запускается, все работает нормально. Итог такой, почему он у вас не запустился. Первое, что мы увидели, двигатель немножко слабый, не заявленный по мощности. Дешевые китайские подшипники, что двигатель не может провернуть. Долго не пользовались, то есть немножко подзастыло, закоксовалось. И из-за этого не запускается. И второй вариант, низкое напряжение у вас в сети. На данном стенде насос проверен полностью, все работает, за исключением немножко заниженных параметров мощности двигателя. That's it, Brian? Yes.